В начале 20 века в России появилось слово «гопник», которое обозначало «мошенник-налетчик». Сейчас это слово используется в более широком смысле и обозначает целую субкультуру уличных пацанов, хулиганов и люмпинов. Вы наверняка слышали в свою сторону: «Слышь, ты, есть 5 рублей?» Или «А ты кто вообще по жизни?» Но вряд ли задумывались о причинах такого поведения этих так называемых «четких пацанчиков». Ответ на вопрос, почему гопники такие злые и агрессивные, кроется в обильном потреблении этими людьми семечек. Общеизвестно, что семена подсолнечника содержат в себе огромное количество линолевой кислоты и биотина, которые при взаимодействии с мужским гормоном тестостероном, или как его еще называют, гормоном агрессии, являют собой страшную разрушительную силу. Необходимо отметить, что семечки никак не влияют на женщин из-за отсутствия у последних тестостерона. Доказательство – поведение петухов и куриц. И те, и другие питаются ядрами подсолнечника, но агрессивно ведут себя только петухи. Сравните поведение гопников и петухов во время конфликтных ситуаций. Идентичные движения головой вперед-назад. Руки, расправленные словно крылья. Постоянные несуразные кудахтанье в духе «Слышь, ты чё?» И желание клюнуть из-под тишка. Теперь вам понятно, почему дворовые пацаны часто сидят на корточках. А первый вопрос, когда вы попадаете на территорию их курятника, задают: «Ты с какого района?» А предпочтение гопниками спортивной одежды и прически полубокс – ничто иное, как подсознательная готовность в любой момент выпустить агрессию через занятия спортом. В данном случае отсутствие волос на голове обеспечит аэродинамику, а кроссовки и спортивный костюм – наибольший комфорт при пробежке. Теперь, когда вы встретите в темном переулке лысых беззубых гопников с битами, не бойтесь. На все вопросы о наличии денег или телефона никак не реагируйте. Материальные блага им вовсе не нужны. Вы знаете настоящую причину агрессии этой социальной группы. А знание, как известно, сила. Поэтому смело отбирайте у гопников семечки, лишив их тем самым какой-либо враждебности. И наблюдайте за последствиями. Удачи!